Всем привет, друзья! Сегодня сделаем крутое приспособление для домашнего хозяйства. У меня есть куча металлолома. Поначалу хотел сдать в Чермет, но глянул, как поднялись цены на металл и решил оставить для своих проектов. Сегодня сделаем самоделку из профильной трубы. И в основном размер трубы будет 40 на 40 мм. Отбираю 5-6 труб и затаскиваю в мастерскую. Кстати, в процессе видео будет конкурс, поэтому смотрите внимательно и выполняйте задания, ведь приз будет достойный. Готовлю инструмент, защитные очки и сначала отторцую все смятые края. Чтобы удобнее было работать, решил зачистить ржавчину. Тут отлично помогает коралловый диск. Брал на AliExpress. На него есть, кстати, ссылка в описании. Он довольно хорошо чистит металл. В мастерской туман, поэтому быстро переезжаю на улицу и продолжаю зачистку. Профтруба готова к работе. Первые отрезки будут в 1,5 метра. Нужно 2 заготовки. Делаем разметку и отрезаю болгаркой. Далее 3 отрезка по 40 сантиметров. Затем нужен кусок уголка. У меня он 25 на 25. С одного края делаю примерную разметку в виде пилы и затем врезаю при помощи УШМ. Еще пару отрезков профтрубы по 130 сантиметров и можно включать сварку.
Сварив основную раму, теперь нужна труба. Диаметр трубы у меня 26 мм. Потом надо еще одну трубу, только большего диаметра, чтобы она заходила как гильза. Сверлю отверстие в раме, сначала 10-м сверлом, а потом расширяю на 26 мм. Так, друзья, смотрите, лайфхак. Поехал на рынок, купил коронку биометрическую по металлу. Ну, чтобы пройти профильную трубу, у нас получается заготовка вот эта, диаметр 26, 26 не нашел, купил 27, ну даже лучше, с запасом. Хвостовик не стал брать, он стоит дорогой, а у меня есть хвостовик от других коронок, тоже вилповской. Но по резьбе хвостовик не подошел. Что я сделал? Загнал туда болт, если присмотреться, там болт. Срезал шляпу, нарезал насечки, все, затянул в шуруповерт. Чтобы коронка не прыгала, пришлось сначала пройти дерево в тисках. Сейчас закрепил струбцинами, и вот прошел отверстие насквозь. Это такой колхозный вариант, но рабочий. Далее в ход идет уголок 45 на 45. Из него сделаем что-то в виде кольев. Отрезаю 4 куска, делаю разметку и довожу до ума уже потом в тисках. Привариваю сверху втулки, а затем собираю всю конструкцию. По краям трубы сделал отверстие и зажал болтами с барашками. Затем отрезал лишние трубы и уже покрасил. У меня есть хороший мангальчик. И вот для него заготавливаю дровишки, и мое самодельное приспособление отлично поможет удержать бревна на весу для распила бензопилой. Диаметр рабочего бревна тут примерно 30-40 сантиметров, но по факту размер такой, который вы сможете поднять в одного. Я в основном больше 30 сантимов не беру в дрова. Кстати, вы можете выиграть вот такой наборчик бит и насадок DeWalt. Условия просты: поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать комментарий под данной самоделке, что добавить, что доработать или как пилите вы дрова. Главное, чтобы было связано это с темой. Через 10 дней будут результаты конкурса и доставка за мой счет. А так, на мой взгляд, приспособление получилось довольно хорошее. Работать удобно и быстро.
Так что пишите свои мысли в комментах. Всем желаю хорошего настроения. Всем удачи. Скоро увидимся. Всем пока-пока.